Всем привет, друзья! С вами снова Александр, и я вам сейчас расскажу об очень понравившейся мне колясочке от компании Joy. Я даже прям был очень приятно удивлен, зная ее цену, то, как она сделана, какие материалы использованы. На сегодняшний день это одно из лучших предложений, если мы ищем качественную, близкую к премиуму коляску за адекватные деньги. Она сейчас стоит там в районе 60 тысяч рублей. Ссылка внизу на актуальную цену будет в описании. Сами понимаете, что с ценами творится, но внизу по ссылке всегда точная цена. Будет дешевле, когда зайдете, будет здорово. Вот, собственно, комплектацию два в одном рассмотрим. Моделька называется Joy Finity Signature. Signature — это говорит как раз таки о вот той самой линейке, которая сделана с более дорогих и качественных материалов. Давайте в двух словах технические характеристики в начале видео расскажу. Сильная сторона этой коляски — это то, что она полноразмерная, с хорошими колесами, зимой вы нормально будете себя чувствовать. И ее вес при этом, при всем с люлькой, он всего лишь 11,2 килограмма, так как сейчас мы видим. 11,7 с прогулочкой, попозже на нее тоже посмотрим. Так, наклон спинки 95-165 в прогулке, это тоже мы посмотрим. Рассчитана она до 4-5 лет, 22 килограмма выдерживает максимальный вес ребенка. И из хорошей новости, 61 сантиметр колесная база. В любой лифт вы везде заедете, с этим ограничений вообще никаких не будет. И 73 сантиметра на 30 здесь люлька. Это тоже большая, ну это и со стороны видно, хорошая большая люлька. Материалы, друзья, здесь действительно качественные. Вот повторюсь, Signature в названии говорит о том, что материалы использованы очень хорошие, тактильно приятные, все дорого, качественно ощущается. В общем, к тканям у меня претензий нет. Что касается козырька, здесь вот снизу нет отдельно замочка, чтобы можно было вот здесь открыть. Я его, по крайней мере, точно не нашел. Сейчас перепроверю, да, точно нет. Вот, но все равно козырек большой. Регулируется он у нас с помощью кнопочек. Сбоку есть ручка транспортировочная, чтобы можно было легко переносить. В общем, такой классический стандартный козырек, который в большинстве случаев его достаточно бывает. Накидка на ножке. Вот такая вот накидочка на ножке используется. С таким вот бортиком, чтобы меньше задувало зимой. Вот. Теперь давайте посмотрим на люлечку. Люлька у нас вот с таким кармашком небольшим, органайзером, двойным, причем там два кармашка. Телефон положить, салфетки, там что-нибудь. Вот, используется вот такой вот большой, нормальный, толстенький матрасик. Деревянное дно. Это обычно бывает в более дорогих вообще колясочках. Обычно пластик в большинстве колясок использован. Вот. Поэтому люлька вполне себе хорошая, нормальная человеческая люлька, которая в большинстве ситуаций вас устроит. В любом случае люлька на полгода, а прогулка годика на два там плюс-минус. Поэтому больше внимания лучше уделять прогулочному блоку. Вот. В люльке у нас есть 4 ножечки, чтобы мы могли спокойно ставить куда-нибудь и не боясь ее при этом повредить. Вот как сейчас я убираю. Такая она нам не нужна. И вот себе стоит. И я не боюсь, что она там испачкалась или порвалась при этом. В общем, все хорошо. Что касается прогулочного блока, друзья. Блок здесь царский, большой. Естественно, он реверсивный. Люлька устанавливается у нас вот на таких вот переходниках. Вот. Прогулочный блок большой, реверсивный. Сейчас я его поставлю по ходу движения. И мы его с вами изучим. Козырек у нас. Все, вот так посмотрим. Козырек у нас с дополнительной секцией. Вот эта секция на замочке. Ее можно закрыть, если хотите увеличить. Открываем. Здесь у нас вот такое вот окошечко по бокам с москиткой. Такое же окошечко с москиткой есть у нас здесь. Я его смотровым окошком больше называю. Поэтому, кому это очень важно, пожалуйста, это все есть. В общем, козырек, в принципе, достаточно большой, вообще претензий нет. Что касается наклона спинки, вот те самые 95-165 градусов. Многие просто, люди хотят, чтобы сиденье было под 90 градусов, чтобы ребенок сильно не был завален. С медицинской точки зрения это не совсем правильно, но со стороны как бы родителей, вот больше хотят, чтобы ребенок нормально сидел.
Вот, пожалуйста, 95, 165. Практически ровная поверхность. Пятиточные ремни. Мягкие накладочки есть и на паховой зоне, и на плечевой зоне. Мягкий матрасик, который можно убрать в случае необходимости. Также у нас есть бампер, который как калиточка откидывается, чтобы ребенка можно было удобно посадить. С этим все хорошо. Подножка регулируемая. В хорошем диапазоне основание прорезинено. Можно спокойно это все чистить, убирать без проблем. Кстати, материалы и на бампере, и на ручке используются качественная эко-кожа с хорошей ровной прострочкой. Кстати, о ручке. Ручка здесь регулируемая. По высоте ручка регулируется по высоте телескопическим образом, и тем самым мы дальше от коляски и не пинаем ее ногами. Но здесь вы и так бы не пинали, потому что рама убрана немножечко выше, чтобы вы ногами не доставали. Вот. Так, давайте теперь посмотрим на само основание, какой здесь багажник, колеса. Так, смотрите, по поводу колес. Колеса здесь резиновые. Колеса, когда резиновые, колясочка едет мягче, тише, акустический дискомфорт вы ощущать не будете. С этим все хорошо. Есть, кстати, амортизация на всех четырех колесах. Амортизации ход достаточно хороший, все хорошо. Колеса передние можно блокировать, чтобы она... Ну, вы могли где-то неровности какие-то проезжать спокойнее. Что касается тормоза, давайте тормоз посмотрим. Нажали сверху, заблокировали, и чуть-чуть снизу тронули и разблокировали. Снизу, кстати, педалька, она прорезинена, чтобы не портить обувь. В этом плане приятно. Так, смотрите на багажник. Здесь в комплекте идет вот такая вот сумочка, которая пристегивается здесь сзади. Она как дополнительно на замочке. Ее можно, если что, одеть как обычная сумочка. Такая альтернатива маминой сумки для мамы, поэтому имейте в виду, она здесь вот есть. Ее можно сюда прикрепить, можно, в принципе, даже сюда приспособить. Так, багажник здесь очень большой, с хорошим доступом. Багажники у нас у основания вшиты пластиковые пластины, чтобы он сильно не прогибался. В общем, багажник прекрасный, большой, вместительный, для жизни то, что нужно. Так, теперь давайте посмотрим с вами, как ее сложить. Это такая сильная сторона, я считаю, этой коляски, потому что ее можно складывать вместе с прогулочным блоком и по ходу, и против хода движения. Ну, давайте я вам покажу сейчас на примере, как это можно сделать по ходу. Абсолютно идентичная ситуация и против хода. Также сюда толкаете, потом я рекомендую обычно отъехать чуть-чуть назад, чтобы колеса развернулись вперед, чтобы они вам не мешали. И здесь есть ручка, за которую просто дергаем. Все, вот так она складывается. Против хода движения люлька, сиденье будет просто вот здесь. Поэтому все хорошо. Сразу хочу заметить, видите, вот на сиденье здесь есть такие желтые пружины. Это сиденье в самом. Дополнительно к амортизации самой конструкции встроена амортизация еще само сиденье. Поэтому, знаете, здесь, что касается комфорта, ребенку очень хорошо. Такой системы я, в принципе, больше ни у кого не видел. Если вы где-то еще знаете, напишите в комментарии, чтобы я тоже узнал. Что касается комплектации, давайте озвучу вам. Подстаканник, кстати, вот он, вы его видите, он идет в комплекте. Сумка-органайзер, вон внизу я вам тоже показал. Адаптеры будут идти, чтобы поставить автокресло сюда. Joy, Cybex, Бисейвы, Максикози, там много чего. Подстаканник, дождевик и на люльку, и на прогулку будет идти. Матрасик, люлька. Ну и в принципе все. Достаточно богатая комплектация, друзья. Поэтому по большому счету докупать особо ничего и не нужно. Вот. В принципе, все, что хотел до вас донести, я вам донес. Добавить мне уже нечего. Информация исчерпывающая. Если у вас какие-то вопросы вдруг еще остались, пишите в комментарии, я на них отвечу. Напомню, ссылка внизу на эту, как я считаю, чудесную коляску будет в описании. И, кстати, в первой коляске вы можете заказать две коляски. Например, ее и какую-то еще на выбор. Курьер привезет вам две, там минут 15 вам даст. Вы все это посмотрите, выберете, и одну он заберет. А вы какую-то себе оставите. Как по мне, прекрасная опция.
собственно, все. Видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я хочу пожелать вам сделать хороший выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.